Ну, эта упаковка, на мой взгляд, сделана максимально дешевой. То есть, ну, Для меня я дешевый. ну, то есть, да, она ориентируется на что-то максимально дешевое. То есть, вот этот вот шрифт, русский, вот этот вот псевдорусский шрифт, которым, опять же, все используют. Не знаю, может, конечно, оригинальный какой-то, но мне кажется, это вот таким шрифтом примерно все на свете написано. Ну, до сих пор нет, на самом деле, хорошего проработанного этого шрифта. Это вот недавно Ну, просто мне кажется, Он, да, что если дешевле. ты делаешь себе какую-то этикетку, да, ну, ты сделаешь себе свой шрифт какой-то, ну, зачем ты берешь вот этот шрифт, вот он, опять же, абсолютно на уровне каких-то ассоциативных рядов, он как бы связан с разной дешевой ерундой. Ну, это А, то правда. есть, поэтому вот эта этикетка, она сделана максимально дешевой. То есть, дешевое равно некачественное. Ну, в моем понимании, да, то Это есть, линейно так просто. собственно, мы же как бы меняем другие.